Итак, на первом и втором поле будут проходить последние игры сегодня. И на первом поле встретятся команды АФО Олайна и ФС Баби, ФС Мэнли, извиняюсь. И они борются за третье и четвертое место. И судит их Владимир Шлыков. На втором поле встретятся команды ФК Ецва и Сура Юнайтед. Не знаю. И девочки будут бороться за первое и второе место. Всем командам желаем удачи и очень красивых игр. А завтра не понедельник? Молодец. Все болит. Завтра еще один. Куда? Награждение надо просто. Вот они по 30 лет уже дадут. Да, по 100 лет. А я думаю, они вас сами. Идите, давай, идите, давай. А они записывали точно, кто сколько забивал? Пока делали. После первой игры там я подошел и спросил, кто забил. Правильно мы думаем, это лучший игрок. Нет, у нас Так, а шестое, пятое не дают ничего? Я думаю, что должны. Ну, что-то у них там много еще. Да. Спросить, конечно, думаю. Не, ну... Все равно пятничество. Первый тур лично. Такое место хорошее. Более хорошее. Вам сильнее пасть, давай! Нет, это все подключено. Там один. Микрофон. Вот эти последние. Вот последние. Можно по первому. Наши за пятый, шестой уже сыграли. Хотя могло быть по месту зеленых, если бы ничего зеленые сыграли. Хотя бы. Прожектором с таким мощным. Вообще все добротно сделано. Смотрите, да, данный такой, да, и все продумано. Это что? Это школа, да? Это? Да. Это да, это школа. Это латышская школа. Но стадион не относится. А, нет? Нет.
Лора, это ваша, я и восьмая. Манзелла. Да. Ну, у нас Елга бабушка приезжает зимой, тренируется здесь. А проживают где? Елгава? Они приезжают, уезжают. Да. Арендуют поле. А играют где? Елгава? Да. Первые игры у них здесь, и потом они уже на свадьбе. Да. Ну, здесь вот было у нас, не слепо я играл, как раз. А кто у вас самая сильная считается в воды? Ну, там тяжело сказать. А, меняется постоянно каждый год. Олени! В принципе, да. Но сейчас вот Спартак, юрмальчане на первом месте они идут. Это в 15-м году, да? Нет. Паша, ты гоняй его! Этот год уже. Да. Идут на первом месте. Идут на первое место, да. Фионов, смотри! А так у вас много команд? Давай. Вышки нет. Вышки сколько у нас? 8? Ну, все равно достаточно. У нас по первой линии 15 команд. Но завтра наш как раз клуб будет играть. А здесь у них клуб играет только на этом поле, да? Да. А женский футбол как именно? Или тоже только начинается? Да нет. Нет, не конечно. Просто, что... Нет, я видел, они приезжали, в Эстонии играли вот, буквально 2 недели назад. Ну, пошел только по-разному, пошел. У нас сначала девчонки идут, тренируются с мальчишками до какого-то возраста, а потом они переходят уже. Это, наверное, до пары до времени, когда будет еще не хватать, будет, наверное, отдельно. Ну, да. У нас весь апрель, считай, вот этот турнир идет. Первый год, это первые были выходные, это три... Играли старшие, 2003 год. Мальчики? Да, мальчишки. А девочки только это делают? Да, в этом году сделали это. Ну, уже не еще есть команда. У нас как раз этот возраст. Не так, не так, да? Если бы первый, второй, то бы интересно, да? Или бы тогда четвертый, пятый, там, еще шестой, там, наверное, хорошо играет. А третий год, а вот одна Настя, так вот, ставить. Либо второй, либо четвертый. Да. Ух ты, как красиво забило. Такого цвета. Не знаю. Otrajā laukumā rezultātu atklāja komanda Surajani United. Rezultāts ir 1-0. На втором поле счет открывает команда Surajani и счет становится 1-0. Уже не еще старшие девчонки есть. А? Старшие девочки есть. Ну, они вот зимой к нам приезжали. Ну, они вот, они, по-моему, по первой лиге играли тоже у нас. По первой женской, да? Да. Ага. А в женской первой лиге сколько? Вот здесь можно вон посмотреть. Ладно, спинай! Чего ты спинаешь?
Когда будет награждение? Я не знаю, я за девчонками как-то мало слежу. Больше за свою, за свои вялки. Кто тренирует первую лигу женщин? А вот Евгений, пробуй. А? Евгений тренирует. А он и есть, да? Да, да, да. Таня, выйди! То же самое, да? А ты говоришь, получилось и пошла. Вот еще, Таня, борись, замять! Да, 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 девочки! Кто лучше играет, короче, из команды? Из команды. Наша команда. Я? Кто лучше играет из нашей команды? Ну дома, ты же хочешь, не знаешь? А кто? Ты же сказал. Отдала две голы. Я. А, победи туда. У меня тоже лопнула игра, где с первой спускаясь на втором поле закончился первый тайм. Да, с такими двумя вратарями играть. Один Юнайтед, Вильна, Сурьяна и Юнайтед. У меня от Реала Лаукума результат 1-0, Сурьяна и команда слаба. Переживаю.
тебе На втором поле начался второй тайм. Результат в пользу Сурьяны Юнайтед команды 1-0. Ну! Молодец! Молодец! Орёт не смей голос. Не одуй! Вот и поднесли. А будут пенальти или дополнительные? Мы почти два раза забили. Чуть-чуть. Тоже на вратаря. Я почти когда-то Криштиану Роналду позвонил. Ой, Криштиану. Касильяса почти когда-то позвонил. Да? Есть. Такие. Ой. Что, забили? Нет. Повезло. Янчик, не туда смотришь. Пару слов для пресса. Вы не выиграли этот гол. Значит, мы сейчас еще будете играть. Нет, мы не голы не играем. Репортера, можно вашу засечку? Я во вторник посмотрю, как вы оторветесь. Мы оторвемся? Конечно, от дублера. Вечер, отлично. 8 вечера у них. У них 8 вечера будет. Вы посмотрите, какой дублер будем хранить. Посмотрим. Мы посмотрим. Ты можешь кричать Елгову во вторник. Не знаю. У нас четвертое место. А у нас Бэггу третье место. Вот как
Ой, ты что? Ну, а так, потому что вы всех проиграете. Всем проиграете. Лучший игрок тоже. По банде я играю. Вот там девушка. Там же... А, там же... Что ты хотела там делать? Я что хотел? Ты можешь не доставить это до бала. Ну, я тоже буду. Ну, сейчас один бар это делает. Я тебе серьезно говорю? Нет, ты не забил. У меня нет. Ты забыл? Место чемпион! Это выиграли. Согласен. А мы Саш, видели тут серый кубик, да, из которого сидишь? Видели, да, из которого? Лера, а чем ты хочешь похвастаться? Лера, прости, чем я похвастаться хочу? Дырка от бублика. Лера! Вперед, Лена, пойди! Spells that emphasize the love for all and soul.
первый.